всем привет. Да. Сейчас уже пересел на поезд из Новых Замков на Будапешт. Да, еду в Будапешт. Вот, я думаю, что буду вот-вот проезжать границу, и интернет, да, пропадет у меня. Ну, мне это ничего не важно, камера есть, и мы тоже. Да, потом выставлю. Ну, надеюсь, что я все в порядке проеду, и ничего такого не нужно будет тоже. Ну, будет, конечно, все-таки другая сторона, но, по крайней мере, не понадобилось. Но если еду не понадобилось, какие-то ковид-паспорты, я думаю, что их будет здесь, там не понадобится. Я могу не волноваться. Ну, да.